Администрацией города объявлен фотоконкурс в поддержку жемчужины Тобольского леса – 25-метровой сосны, которой без малого 300 лет. Она представляет Тюменскую область на всероссийском конкурсе «Российское дерево года 2022». Чтобы стать участником конкурса, нужно состоять в группе администрации Тобольска в соцсети ВКонтакте, загрузить туда свою фотографию на фоне необычного тобольского дерева. Также обязателен репост записи и голосование за нашу зеленую знаменитость на сайте www.rosderevo.ru. 15 июля будут выбраны 10 лучших фотографий для народного голосования. 1 августа определится победитель, которому достанется литературный сувенирный набор.